Китайское бюро землетрясений в среду 1 июня сообщило, что землетрясение силой 6,1 балла потрясло часть провинции Сычуань, а второе землетрясение магнитудой 4,5 произошло спустя несколько минут. Китайские государственные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 4 человека и еще 14 получили ранения. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Янь, примерно в 110 километрах к юго-западу от столицы провинции Чэнду. Он ударил на глубине 17 километров, около 17 часов по местному времени, и толчки ощущались в городах по всей провинции Сычуань. Власти города заявили, что они направили на место около 4500 спасателей на фоне сообщений о том, что землетрясение вызвало оползень, повредивший дома и цементный завод. Местные власти заявили, что делают все возможное, чтобы спасти тех, кто оказался в ловушке, и максимально сократить число погибших. Власти провинции заявили в среду, что сообщений об обрушении зданий пока не поступало. Геологическая служба США зарегистрировала более низкую магнитуду 5,9 для первого землетрясения и заявила, что оно было более мелким, на глубине 10 километров.